вместе. Сегодня открытие студии группы «Волга». Спасибо за приглашение, хочется сказать. Вот там вот этих говорит уже что-то. Здесь небольшой фуршет, шампанское. Если кому-то надо что-то покрепче, обращайтесь. Можно? Это тоже есть. Была мечта Антона. Он обрел дом. Дом теплый, дом светлый. Дом чувствуется сделанный с душой. Тем более символично соседство. Детский творческий. Антон, я говорю, наконец-то сдавать твои места. За этим поднимаешь. Не убью. Я извиняюсь, пока не с вами, но я тебе рано еще. Приветствую. Давайте. От души желаем этому дому процветания. Это комната отдыха вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». То есть вот чья территория? Да, но... Потому что мало посадочных мест отдыхает. Кабинет Антона, да, вообще не отдыхает. Кабинет Антона, кабинет Паши, звукорежиссерская. Здесь еще все немножко сыровато, в том плане, но не до конца доделано. Потому что здесь вот мы с Антоном, Антон говорит, гитару какую-нибудь повесим. Ну, то есть осталось навести уют, так сказать. А так вот, ну, год мы целый. Шары принесли. Канадский. Вот целый мы делали ремонт, даже больше года. У Антона презентационном в ролике же у тебя есть, в каком состоянии это было? Да. Слушайте, вот же надо что показывать. Да. А у тебя нет разу? Сейчас. Эдик, Артем. Слушай, а то наверху желает вам, да? Здесь нет никого наверху, это пристрой. Да, и еще, что самое интересное, здесь был фитнес-клуб. Фитнес-клуб 90. И Питка, она на 93-й год, наверное, была одной из самых дорогих. Все очень в таком виде, со всякой подсветкой, евроремонтом, но который уже очень сильно устарел. Но сейчас Антон поставит. Здравствуйте. Поздравляем всех. Всех поздравляем. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, гости, представители молодых. Прошу команды, да. Прошу разделить огромную трапезу, да, квартирник. Чувствуете себя как дома? Квартирник же сказали вы? Практически. Чувствуете себя как в трехкомнатной квартире? Да. Как в своей собственной квартире. Это ваша дорога. Продолжай. Вы знаете, вот я сегодня вспомнил, что я вот с группой «Волга-Волга», да, познакомился лет 20 назад, когда они только соединились, из НЗ и Куку-Кукилай, на открытии моста через Волгу. Нас посадили на корабль, с нами были 200 генералов автодорожных войск, 200 генералов, река, море, там какой-то Дмитрий там, Фурманов, и нас из речного порта, мы встали под мостом, и снизу «Волга-Волга» там играла. Тут идет свое мероприятие. На мосту открывает Митимир Шарипович мост новый. Вот. И вот тогда мы очень плотно, так сказать, подружились. И вот сколько лет прошло. И то, что на Волге, с Волгой-Волгой, на воде, на реке. И сегодня вот у них такая... Видно, сегодня у них дома. Нет, как будто это такой лайнер какой-то некий круизный, который все время плывет вперед. И независимо от того, что сейчас декабрь месяц, все равно все плывет. «Волга-Волга» — мать родная. Давайте за них. Отличный тост. Отличные слова. Да, Георгий Шамович? Прекрасно. Может, все-таки вот. Я дам. Поэтому они все время хедлайнеры у нас на всех концертах. Уважаемые коллеги, когда рождался альбом «Семь гномов», 7. Там еще был восьмой, которого, да, он изображен, но его не было там, да. Вот стоят копии этих фотографий. Там копии, да. Копии, да. Этих фотографий, нарисованных замечательным художником Славой Бибишевым, моим разум. Вот. И, к сожалению, от оригиналов остался только один, остальное найти не удалось. Но это оригинал, так как по миру разошлось. Так как художника нету, то его работа, соответственно, уже становится бессмертными и дорогущими. А ты хранитель оказался. Да. И вот этот вот оригинал. И здесь написано: любимому Виа «Волга-Волга» от автора шаржа, от семьи автора шаржа для размещения в музее группы в новой студии «Знак дружбы и признательности таланта и творчества» 5 декабря
2015 года. Хорошо. Ура! 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 Мы давно уже про музей говорим, и я все время что-нибудь увижу, Волга, Волга, где только есть надпись Волга, что-то, я все время покупаю, Антон дарю, говорю, те в музей, будь то рюмки какие-то, кружки. Перед тем, как мы вроде как начнем презентацию, я, честно говоря, знаете, вот сейчас слежу за своими детишками, у них постоянно какие-то презентации в школах. Подготовить такую презентацию за 5 секунд. Нас этому не учили. Да. Поэтому я по-правильному презентовать ничего не умею. Знаешь, что есть такое слово «презентация»? Посмотрим, как сегодня это получится. Перед тем, как какие-то, может быть, важные еще слова я скажу, есть небольшое видео, на котором наши друзья его сделали. Здорово, что они у нас появились в тот момент, когда мы только-только зашли в это помещение практически. Это было где-то ровно год с копеечками назад. По этому видео вы увидите, как здесь все было. Это будет вход в самое сердце нашей студии. Здесь мы планируем как будто бы организовать даже небольшой концертный зал. Возможно, здесь не получится делать какие-то серьезные большие концерты, но какие-то очень такие частные, аутентичные квартирники здесь точно будем организовывать. Я хочу такой рингтон, такой, как у тебя, ты, наверное... План такой, здесь, в этой части, у нас будет холодная сцена. Клубики и песни, новый рингтон. На подиуме, вот здесь будет зона чиллаута, какие-то коврики, пуфики, где люди могут отдыхать, расслабляться, общаться, вот. Хотя на сцене, конечно, стоит оборудование, барабаны, кожаные гитары. И эта сцена трансформер. То есть она может быть сценой для концерта, когда в зале находятся люди, и мы для них что-то играем. Или не мы, а любая другая группа. Эта сцена при закрывании так называемых занавес, в театре называется занавес. При закрывании занавеса она автоматически превращается в студию, потому что здесь есть окно, здесь есть дверь, и там аппаратная часть, где у нас будет сидеть оператор. И, соответственно, еще эта студия при желании превращается просто в репетиционную комнату, где можно репетировать и создавать какую-то музыку. Вот. Ну, собственно, вот приглашаю вас пройти сейчас. Как бы со сцены, с будущей сцены, мы заходим в аппаратную часть. Вот. Здесь у нас будет построена стена глухая, вот так вот. И дверь будет вот как будто бы здесь, как будто бы я захожу. То есть мы пришли по коридору, как будто бы я захожу и попадаю как раз в левую часть. Там, где сейчас находится оператор с видеокамерой, это будет непосредственно аппаратная часть, видимо, вот это самое сердце. Самый мотор студии, то есть вот эта вот треугольная часть. Здесь будет расположен стол, на котором будет работать Александр, у которого сегодня уже были на студии в школе. Вот, собственно, пульт, мониторы, ну, стульчики для людей, кто пришел записываться. В прошлый раз, когда мы здесь были, я ходил в пуховике, здесь было очень холодно. Были голые стены, батареи не работали, да и сейчас батареи пока не работают, но они сейчас, в общем-то, не нужны. Наступает замечательная пора. Открывается студия «Волга-Волга». Вот теперь здесь уютно, теперь здесь много света, теперь здесь есть даже занавес настоящий, друзья, настоящая сцена, настоящий аппарат. Мы все это с вами увидели, и, честно говоря, сегодня, посмотрев ту старую запись, я даже не верю. Я реально не верю в то, что мы это совершили. Самое главное, чтобы это был такой некий котел. Мы же все-таки живем в Казани, Казан. Это был творческий котел, в котором постоянно что-то бурлило и варилось. Именно творческое. И, кстати, совершенно не имеет большого значения, что, с чем это связано. С театром, с музыкой, с живописью, с какими-то презентациями, с квартирниками, с КВНом. Главное, чтобы это было от души и по-настоящему творчески. Вот, поэтому поздравляю всех, себя,
группу «Волга-Волга». Поздравляю Казань, в конце концов, с тем, что «Волга-Волга» наконец-то открыл свою студию. Ну что, в сентябре ждем всех здесь. У нас в студии «Волга-Волга», и как я уже говорил, все только начинается. Я буквально два слова. Во-первых, я очень волнуюсь, потому что на самом деле, наверное, к этому я реально шел всю свою жизнь. С момента, как я только начал понимать, что я имею какое-то маломальское отношение к музыке, по крайней мере, мне так казалось, что так оно действительно есть, я начал мечтать о том, чтобы у нас появился свой дом. Тогда еще у нас, я даже не думал о таком понятии, как у нас, потому что в начале 90-х группа только формировалась, и, собственно, не было еще названия «Волга-Волга», не было даже названия «НЗ», того самого старого, из которого потом, собственно, и появился «Волга-Волга». Но всегда, когда мы репетировали в школе 89-й своей, родной, потом репетировали в 146-й школе, это тоже было недалеко, потом репетировали, по-моему, творческий центр «Сундугач», где-то находится на Гагарина, если я не ошибаюсь. Было ДК Урицкого, ДК Ленина, в общем, практически, я не знаю, все ДК, которые только были в Казани. Мы их объехали, проехали. Был период, когда мы занимались, так может быть неправильно сказано, ресторанным бизнесом. «Волги-Волги» был свой клубик, аутентичный такой, да, и мы в тот момент, там несколько лет мы репетировали и записывались там. Но это всегда были не наши родные, скажем так, не наши настоящие пенаты, да, то есть это были места, куда мы приходили, где нам любезно предоставляли место порепетировать, может быть, записаться, может быть, просто провести время с пользой для здоровья или не с пользой для здоровья, и, может быть, просто провести время с пользой для творчества, для своего. Но, по крайней мере, я сегодня огромное спасибо хотел бы сказать тем людям, которые нас тогда к себе приютили в те самые места, где мы рождали свое творчество, и, в общем, шли к тому, чтобы у нас появилась вот эта вот самая студия. И хочется как раз сегодня вспомнить тот момент, когда я с чего начал, то, что не верил я в то, что это случится, я только мечтал. И примерно года три назад уже понял, что, видимо, ситуация складывается так, что надо уже мечту воплощать в реальность. Но говорят же всему свое время, да, в этой жизни. И вот, видимо, там 5 лет назад появилась идея сделать фестиваль. Слава Богу, он в этом году будет отмечать маленький свой юбилей, 5-летие. Надеюсь, это будет грандиозно, шумно и всем интересно. Здесь, кстати, присутствует достаточно много людей, кто имел отношение к первому старту фестиваля, кто помогал нам на протяжении всего этого времени. И пришло время сделать свою студию. 3 года назад мы начали искать помещение. В Казани было просмотрено, если сейчас не совру, порядка, наверное, 30 разных помещений. В том числе были предложения от друзей, которые тоже здесь сегодня присутствуют. От Миши Волконадского было предложение, мы сейчас знаем, оно что... Оно до сих пор в силе. Оно до сих пор в силе. Оно свободен от друга. Две студии, это лучше, чем одна. Резиденция. Да, но, понимаете, как бы все было круто, но когда ты делаешь какие-то вещи и пытаешься слушать себя внутри, ты понимаешь, что здесь что-то не так, здесь как-то не то, какие-то моменты по техническим параметрам не подходили, еще что-то. И вот когда мы в какой-то момент вдруг пришли вот в это помещение и зашли именно в этот зал, то есть не в те комнаты, не в ту часть, которую вы видели там. Увидели вот эти потолки, это еще примерно, опустили их примерно на метр. То есть здесь вообще такие грандиозные потолки, а знающие дядьки, звукорежиссеры, серьезные метры казанские, московские, питерские, рассказывали, что студия классная тогда, когда есть действительно большие высокие потолки.
И если у вас вдруг окажется так, что в студии не бетонная стена, а как минимум кирпич, ну если уж там был бы природный камень, то это вообще было бы круто, но мы не стали этого делать. Ну кирпич тут оказался, мы его как был, так мы его и оставили. Я зашел и понял, что все, это то место, которое нужно превращать и одомашнивать, так сказать. Вот. И вот с того момента прошло где-то примерно года 2-1.5, когда мы появились здесь первый раз. И ровно год назад, вот это как раз видео сделано примерно год назад, это был декабрь, может быть, январь, год назад, и мы начали здесь ремонт. Дело оказалось непростое. Опять же, все, кто связан с какими-либо помещениями или с ремонтами, знают, что это такое. Вот. Но огромное спасибо всем тем, кто нам помог, кто помогал, потому что в любом случае, там, скажем так, мы не супермиллионеры, хотя стремимся к этому. И, конечно, были люди, которые нам помогли. Вот. Это в хорошем смысле слова, наверное, такое старое название таких людей, как меценаты, то есть люди, которые действительно, то есть понятно, что были истории, связанные и с какими-то банками, истории с личным накоплением. Я почему это так подробно рассказываю? Потому что вот это пропущено через вот самое-самое сокровенное, и здесь собрались, ну, может быть, не все, к сожалению, не все сегодня смогли прийти, там еще человек, может быть, 20 точно не подошло, я представляю, как бы здесь уже было тесно, вот. Но поэтому хочется рассказать вот поподробнее. И после того, как мы начали ремонт, в тот момент еще было ощущение, что мы все это делаем просто для себя. То есть было ощущение, что мы делаем место, где мы будем репетировать, и где мы будем просто записывать свою музыку, и все. Но чем дальше мы продвигались вперед, чем больше все эти помещения приобретали какой-то более-менее понятный вид, мы уже понимали, так, здесь у нас будет комната отдыха, здесь будет офисное помещение, та часть как будто бы вообще нам не нужна, как выяснилось потом. То есть мы поняли, что вот наша часть, вот эта и вот этот зал, то есть нам, в принципе, уже мы достаточно самодостаточны вот в этой части. А в тот момент появился Ильдар. Ну, Ильдар-то появился в моей жизни уже давно. Но я знаю, что просто примерно в эти же годы у него родилась идея Академии КВН. И, собственно, в одну из встреч, кстати говоря, по работе на фестивале, мы вдруг заговорили о том, что я сказал, что вот есть такое помещение, привез, показал, и вы. Поэтому вы видите здесь вот логотипчик сзади. Собственно, это тоже сцена, на которой вы сейчас находитесь. Да, ну вы про Миша с Чернухом, в общем, сели совершенно вверх. А то вы сегодня под логотип, да. Со скидкой в Академии. Более неофициальный процесс, можно мне так? Ничего, что есть. Вот, и, собственно, с того момента мы уже все это дело крутили, вертели вместе. Ну, как бы Ильдар больше ответственный за ту часть, я больше за свою историю. И ровно год назад, в тот момент, когда мы запустили студию, случилась очень знаковая штука. Нам исполнился 21 год, сейчас 22. Такое совершеннолетие. И мы задумали сделать что-то такое для нас вообще неестественное, то есть для Волги-Волги. В основном, что уж, как говорится, греха таить, Волга-Волга в Казани, по Волжье, да и в России ассоциируется у всех в основном с веселухой, с разудалыми плясками. Там. Ну, это есть, это остается, это будет всегда. Но иногда, как любому творческому человеку, хочется уйти куда-то вправо, влево, может быть, подпрыгнуть выше того, что ты из себя представляешь. И ровно год назад, как только мы начали ремонт, пришла идея, почему бы нам в свое настоящее совершеннолетие, 21 год, не сыграть концерт с оркестром. Вот. И на тот момент почему-то судьба нас вот в этом плане свела с Рустамом Ильичем Авязовым. Вот он здесь, маэстро, присутствует. Я... Потому что когда я пришел с предложением сделать концерт с оркестром, у меня тряслось все, что только могло трястись, потому что я просто понимал, что я делаю что-то такое, ну, непозволительное. Просто что есть как бы Волга-Волга в плане. Я, не то чтобы сейчас
принижает вам свои достоинства. Но я прекрасно отдаю себе отчет и понимаю, то есть, что есть мы в смысле музицирования, да, и что есть все-таки люди, которые руководят камерным оркестром и где играют, ну, профессионалы с большой буквы, да. Я действительно очень переживал, даже сильнее, чем сейчас. Однако я, в общем, сделал тот шаг и, собственно, в декабре, 5 числа, а сегодня 5 декабря, когда я рассказывал ребятам, как мы увязываем несвязуемые какие-то вещи, открытие студии, там, да, я говорю, включаем 10-ю степень бибишевского креатива. То есть, и на самом деле все связалось. Все связалось, даже без 10-й степени. 5 декабря старт работы над ремонтом студии и старт нашего творческого тандема с оркестром «Ля Примавера». Прошу вас посмотреть сейчас еще одно видео, сделанное той же самой компанией, ребятами, нашими друзьями. Это маленькая часть фильма, это такой фильм-концерт, в общем-то, о том, как мы пришли к идее сделать совместный концерт, как мы его сделали. И вот сегодня мы, когда общались, я так понимаю, мы обсудили уже даже некоторые моменты с тем, что просто мне сказал, а здесь же можно оркестр-то записывать. И я думаю, что вот эта вот тенденция работать с оркестрами, она у нас будет, скажем так, продлена, потому что здесь еще присутствует сегодня один человек очень большого, серьезного оркестра, вот, скромный. В телефоне играющий. Он записывает, что-то говорит. Понял. Нет, на самом деле, я вот, честно говоря, может быть, неправильно назову. Как называется оркестр правильно? Вот какой? Ваш. Какой из ваших? Называйте просто военный оркестр. Просто военный оркестр. Военный оркестр танкового училища, мне кажется. Можно? Прекрасно. Прошу поаплодировать нас. Я согласен на сводный оркестр танкового училища и камерного оркестра. Имени Волги-Волги. Мало того, что мы тоже уже, у нас были совместные проекты, и мы вместе уже тоже поиграли и делали, на самом деле хочется сделать что-то более знаковое, и возможно это будет настолько знаковое, что мы соединим два оркестра и Волга-Волга вместе с вами грянет. Я думаю, что это случится. По крайней мере, мы постарались. Да. Волга-Волжский федеральный округ. Друзья, буквально еще минут на 10-15 вашего внимания. Я просто расскажу о том, что сейчас вот небольшой этот кусочек фильма. Этот фильм сегодня будет уже выложен у нас в ВКонтакте и на Ютубе. Если кого-то заинтересует, можно будет потом целиком посмотреть. После фильма малюсенький концертник от ансамбля «Волга-Волга», буквально, если вы позволите, песни 3-5. Вот, а потом 10. Просто неформальное общение. Хорошо? Ноги, расчехлите уши, поднимите руки, дорогие други, подруги, пойте с нами, главное, не вот хоть на дуге. Читаем криво, поем криво, сама кур, зато красиво в ней. По-разному, пораньше, кого-то позже, появляется мысль делать музыку
чуть более богатую, нежели просто гитарную, да, там три гитары. Наверное, в это время появляется желание играть с большим количеством музыкантов. Сначала это просто большое количество музыкантов в группе, потом ты начинаешь тяготеть. Конечно же, мы все знаем все эти примеры, там, когда великие группы, типа там Металлика и так далее, играли концерты с крутыми оркестрами, да, симфоническими, камерными оркестрами различными. И мы все видели, смотрели эти видео, смотрели эти документальные фильмы, снятые о таких концертах. Это, конечно, очень масштабно и очень круто. Вот. Причем площадка может не обязательно быть стадионной. Площадка может быть, вот, как у нас, достаточно камерный зал, то есть да, зал, большой концертный зал, да, раньше мы называли консерваторией, зал консерватории. Когда ты все это видишь и слушаешь, и понимаешь, что это возможно, начинаешь задумываться. Вот было бы классно, если бы когда-нибудь у нас это случилось. У меня это, наверное, произошло, вот лет 21 год, грубо говоря, в Волге-Волге, да, ну, может быть, лет 20 назад я уже об этом задумался. Мы когда 15 лет отмечали 15-летие группы, уже вроде бы когда-то была на дубле, и сыграли у нас с оркестром. Потом, значит, у нас было 20-летие, и тоже была такая мысль. Уже после всех этих моментов я уже понял, что надо делать. Надо когда-то это делать, но 20-летие не получилось. Но зато он сложился на 21 год. Здесь, если говорить про конкретную мысль, как это получилось, просто когда мы отмечали 20-летие, мне казалось, что вот эта дата, и сейчас мне 25, такая, давайте отдыхать. Ну, будем катать гастроли, там, лениво подписывать письмюшки. Только вроде бы мы заканчиваем какой-то проект, они думают, ну вот сейчас вот будет, ну, мы немножко выдохнем, нам даст возможность там побыть с семьями, там, еще что-то сделать. Ну что, друзья, все это, в общем, называется ансамбль «Волга-Волга». Теперь мы... Еще раз. Теперь мы в студии «Волга-Волга» с нами. Я думаю, что квартирников и разного рода встреч здесь будет все больше и больше. И, надеюсь, вы тоже будете в них принимать участие. Спасибо, друзья! Правда, честное слово, спасибо за то, что вы сегодня пришли, поддержали. Было очень приятно. Можешь, что ли? Блин. Сейчас тебе. Ну, бач, классный вообще. Влезай. Прям больничный.